Друзья, всем привет! У нас сегодня выходной, и мы сейчас пойдем за продуктовой закупочкой, в общем, на неделю. Ой, так, мы находимся на Мичурино, и сначала мы идем куда? Светофор. И у нас на улице жаришка, прям жарко. Мы, конечно, одеты ради приличия, тепло, так, чтобы людей не пугать. Но по факту прям тепло, даже ветерок есть, и ветер такой теплый-теплый. Да, нам просто неохота курочку снимать, тащить все это на себе. Так, сначала мы идем в светофор. А, вот саженцы. Нет, я не поснимать. Что здесь у нас нового? Так, машинка. Так, бытовая химия нам не нужна. О, набор контейнеров. Какие классненькие. 141. Да, не, у нас типа таких вот. А, нет, это походный набор. Тоже классненький. Ну, посуда нам не нужна. Пошли в продукты. Смотрите, какие появились баночки ассорти. Огурцы и помидоры. 244 рублика. Так, нам надо рис. О чем он тут? Рис кубанский, да, 69 рублей, держи. В руках понесешь. А горох у нас есть. Фунчоза. Ох, смотри, какая прикольная штука. Ассорти круп. А, это пакетики. Ну, у нас есть пакетики. Так, что еще? Что еще? Нам надо вот таким. Смотрите, еще есть мороженое Орео. Взять, что ли? А сколько оно стоит? Больше не знаю. 200 рублей. Это ведро. Стаканчик. Нет. Не такой. Стаканчик с размером ведро. Ладно, побежали. Я, кстати, кофе здесь брала вот этот вот. Нормальный кофе, даже вкусный. Вон еще какой-то кофе появился. 236 рублей. Сара. Так, по вкусняшкам. Вкусняшки нам не надо. Сгущенка вот эта, но она мне надоела. Да, пошли что-нибудь с консервов посмотрим. Вот это обязательно возьмем. Очень вкусно. Очень. Держи. Паэлья овощная, я не знаю. Так, соус нам надо. Соус. Друзья, купили фасоль только в светофоре. И чем еще? Рис купили. Еще там хороший отдел сыров. Я там купила маслица, творог. И что еще? Масло, творог, сыр, да. Ну, покажу дома. А сейчас мы идем в Пятерочку. Я там сметану покупаю. Даже у них сметана тоже есть, но для меня она слишком жирная, такая натуральная. Вот, мне нравится магазинная сметана. Что нам еще? Молочко есть дома? Да. Да? Ну, не знаю, что-нибудь к чаю. Вот, посмотрим еще. Потом покажу. Пока вот. Вот смотри, сегодня вроде выходной, да, такая прям движуха. Машинки есть и есть. Как разогрело, вообще капец. Прям жарко-жарко. Это улица, где мы жили, улица Красная. Вон там наш дом был. Сейчас мы живем на зеленой. Ой, блин. Нет. Сейчас мы не скажем, где живем. Травой скошенной пахнет. Перекресток знаменитый. Эх, летом тут бились, вообще капец. Чем он знаменитый? А тут постоянно аварии. Я подозреваю, что, наверное, отдыхающие бились. Точно? Ну, я думаю, да. Местные, наверное, знают, как здесь проезжать. Я сомневаюсь в этом. Сомневаешься? Мы так с тобой выперлись. Стоим совсем прямо не на тротуаре. Маленько покажу Ейска. А это Мичурина дальше пошла. Что нам, человечек? А он не зеленый еще пока. Смотрите, какая трава красивая. Смотри, какая трава красивая. Это ейский декор этот. Ландшафт. Так развивается красиво. Метро, да? Вообще еще красиво. Вот. Алип, по которой я летом ходила, она так до сих пор зеленая и красивая. Цветочки. Смотрите, какая красота. Вообще, так здорово. Вот этого не было недавно, что ли, рассадили? Это у них по сезонному цветению как-то.
А, возможно, будет тоже. Спланировано так, чтобы разные цветы в разные сезоны. В разные сезоны, да. Вот эти красиво цвели, все уже отцвели. Ну да, я сейчас хожу в другую сторону, все чаще на работу. А здесь я на автобус ходила. Что, работаешь? Я в аду работаю. Я работаю в аду. Да. А, точно, это же тебе раньше 10 теперь просыпаться надо, да? Да, представляешь? Что такое ад? Раньше 10, да. Еще и вот этими ручками бедными. Ручками? Да, работать приходится. Ой, как красиво. Травушка. Господи, я хоть есть сама посмотрю. А то от работы до дома, от работы до дома. Слушайте, друзья, я иду и просто в шоке. Так разогрело. Сейчас время 2 часа доходит. И прям такая жара. Я уже все, я в футболке. Сняла вот ветровку, тащу в руке. Прям вообще жаришка, так круто. Я не знала, что в октябре будет так жарко. Ты знал? Друзья, мы уже пришли домой. И у нас 19 вот так, да? Ну, мне кажется, вообще все, наверное, уже 25 градусов тепла. А, он в тени находится. Да, на солнце, наверное, даже еще и больше. Друзья, мы уже дома. И вот хочу показать вам, что сегодня купили. Так, давайте начнем слева направо. Огуречки купили. Это продукты из отдела, который находится в помещении, где светофор. Вот, но, естественно, это не светофорская еда. Это сливочное масло. Оно очень вкусное, оно натуральное. Этот творожочек тоже натуральный. И сыр. Вот, хороший вкусный сыр. Потом курочку купили. Естественно, естественно, свою любимую продукцию, молочную станцию. Тимофей, уйди отсюда. Это старый кот тоже натуральный. Старый кот, который смотрит, что бы спереть со стола. Вот, сметанку купили. Это, кстати, творожку. Вот это молодой кот, который тоже смотрит, что бы спереть со стола. Как без них эту распаковку делать, а? Это вкуснятина. Дальше. Аджику кто-то уже открыл. Распаковал. Вообще вот эту аджику я кладу. Это что, как шумит? Я кладу в супы. Я буду варить. Так, какой я буду супчик варить? Вообще, сейчас я вспомню. Короче, я буду варить суп и буду добавлять туда аджичку. Харчо будет, да. Так, батон, хлеб бородинский. Вкусненький хлеб, вот этот бородинский. Соус шашлычный взяла, Балтимор. Бумага, понятно, перчик, это в суп, помидоры, рыжая морда, брызни отсюда, это кошакам еду, мы варим с крупой, конфет своих любимых взяла, это ассорти, которые я говорила, они в Пятерочке продаются по 24 рубля, лимончик к чаю, макарошки, рис пропаренный, картошки немного, это тоже на суп, так, присяду я, фасоль с грибами, и соус краснодарский еще купили. Вот это сейчас, вот это, ну, то есть соусы, фасоль, макароны и рис мы купили в светофоре. В светофоре тоже можно покупать качественные, хорошие продукты. Да что вот это такое? Что вот это такое? Так, сейчас я, знаете, что хотел показать? Ну да, макароны высший сорт, группа А. То есть это очень хорошая группа, твердая. Сортов пшеницы, они не развариваются. Есть там хороший продукт. Ну, естественно, и рис пропаренный. А вот это просто очень вкусно. Элита. И соус краснодарский нам нравится, и аджика. А аджику я в суп как-то случайно положила. И такой вкусный суп получился. Просто супер. И муж говорит, давай мне аджику. И вообще мне аджика даже больше понравилась теперь, чем соус. А соус прям, знаете, похож как болгарский. Старые, добрые времена, в 1980 году. Вот такая закупочка у нас. Это, хочется сказать, это на неделю. Но, конечно, не на неделю, потому что я всегда говорю, мы на неделю купили продуктов. По факту муж потом ходит и в течение недели что-то постоянно покупает. Это потому что кто-то много ест. Я сейчас буду, знаешь, что я хочу? Я хочу творожок хочу со сметанкой.
и сыр хочу попробовать. Вот. Да? Вот. Вот. Мы прям как профессиональные блогеры. Установили свет, чтобы вам все было видно. Просто время уже вечер. Я продрыхла полдня. Я пришла и завалилась спать. И сейчас вот решили вам распаковочку снять. Ну все, друзья, всем пока-пока. А мы пошли к щеночкам. Ой. Друзья, всем привет. Опять темно, и мы опять с щеночками. Они у нас кушают. Мы поймали Лату. Они спали, лежали в лежанке. Мы пришли, а вот эта вот мамашка непутевая прибежала по ним, прошлась и разбудила. Ну, они воспользовались этой ситуацией и решили покушать. Да. Они его быстренько нашли. У некоторых еще глазки не открылись. И, ну, по нюху, видимо, да? Я просто не собачник. И решили покушать. А им всем хватит? Ну, их мало. Хватит всем. Они все найдут, куда, где? Кто не найдет, вот он умрет с голоду. Вон там последний у тебя тычется, не может найти. Пристройте щеночка. Самый главный вон твой, самый наглый, по центру, видишь, висит. Где? Мой по центру? Вот он, да, присосался. Наш сытый. Наш присосался, умничка. Ну, он вот поэтому он такой большой, наверное. Уже так прикольно, я первый раз вижу, как щеночки едят. Посмотри. Вообще классно. Гоша пришел в вольер. Идет и ноет. Типа, не понял, что нас не кормят. Да? Сара, ты да что я ее, Сара, все. Лада тоже. Ну, щеночки пока не наелись. Гошенька, потерпи. Вот тут, кстати, молочко раздают. Она его так ливнет, что Гошенька улетит за забор, блядь. Гошенька, пристраивайся. Сара, охренеть. Лада. А сколько? Вот птичка свободная. Нет, она уже занята. 12 у меня, по-моему, со скорой 14. Давай, вот сюда. Вот сюда. Вот, нашел. Вот умничка. Молодец. Ты координатор со скороздавателем. А где наш-то? А этот маленький поел? Все поели. Все поели. Все, они, по-моему, уже наелись. Они как-то это. Не обожрались уже. Да? Лежи. Твой где-то внизу там валяется. Ой, надо своего откопать. Гошенька, сейчас идем, малышек.